Мужчины часто жалуются на то, что женщины давят на них и пилят. В то же время прекрасная половина считает это единственным способом сдвинуть какие-то дела с мертвой точки. В общем, и те, и другие считают, что ворчание – это двигатель прогресса семьи. Но мы знаем способ кардинально обновить и улучшить обстановку дома по всем направлениям. Нужно создать квартиру вашей мечты. А поможет в этом дизайнер по интерьерам. Решив квартирный вопрос, счастливые обладатели не всегда довольны тем, как распределены квадратные метры в их новой квартире. И приходится начинать с перепланировки. Так как мы живем здесь вдвоем с мужем, и периодически к нам приходят дети с внуками и остаются ночевать, нам нужно было, чтобы у нас было единое общее пространство, чтобы была выделена бытовая зона, чтобы ванна была именно комнатой отдыха и релаксации. Настроение, которое должно было царить в квартире, это настроение средиземноморского лета. Ирина обратилась в дизайн-студию и, кажется, не пожалела. А теперь узнаем, как дизайнер воплотил мечты хозяйки о средиземноморском лете в отдельно взятой квартире. Что мы сделали? Сломали все. Вот от этой стены, вот до этой, все сломали. Убрали коридоры, то есть, соответственно, вся зона коридоров пришла в гостевую зону. С прихожей у нас весна начинается. Цветет дерево, растут цветы, травка зеленеет. Вот даже солнышко блестит сверху. А вообще, на самом деле, эта колонна – это опора, которая существует. То есть это не специально построено, хотя очень удачно получилось, что она зонально отделяет зону прихожей, вот где вот мы находимся сейчас, от гостевой зоны. Между прочим, здесь мирно расположились сотни слонов из коллекции хозяйки. Практичное и красивое решение – разместить коллекцию за стеклом, чтобы не попадала пыль и одновременно отделить зону кухни. По мере движения в зал у нас здесь уже весна переходит в лето. И вот цвета яркие, солнечные, вот отразились вот в цвете вот этих диванов, кресел, вот они ярко-оранжевого цвета. Вот мы переходим уже в зону кухни. Здесь тоже выдержан наш средиземноморский стиль, начиная с гарнитура, вот он такого нежного молочного цвета до плитки на полу, выжженной солнцем. Обратите внимание на потолок. Глянцевый потолок. Он дает воздуха, что ли, больше немножечко. То есть мы как бы приподнимаем потолок. Обычно санузел – проза жизни. Но в этой квартире ванная комната – просто поэзия. Настоящий сад с ротондой. Когда я там нахожусь и смотрю в зеркало, в зеркале отражается стена, на которой эта роспись есть, и такое ощущение, что я нахожусь в парке. И вот это вот мне очень нравится. Кроме того, за счет площади коридора ванную комнату удалось расширить и даже встроить сюда сауну для двоих человек. В гостевом санузле тоже все сделано в настроении лета. Интересная игра цветов – зеленого и синего. Квартирный вопрос так удачно решен. То, что получилось, на 100% оправдало мои ожидания. Кстати, сегодня мы увидели достаточно экономичный вариант квартиры, сделанный по дизайнерскому проекту. В этом еще одно преимущество работы с дизайнером. Квартира мечты будет создана с учетом вашего бюджета. Студия дизайна «Градис» – грамотный дизайн. Проектирование интерьеров, перепланировки, согласование, ремонт. Звоните 384-8464.